Get Movies. Канал для всей семьи. А?
голубчики мои, едите куличики. А кто их понаделал, не знаете. Вот, послушайте-ка, что я вам расскажу. Жили-были сестрица Аленушка и братец Иванушка. Родители у них на ярмарку за гостинцами уехали, а Аленушку с братцем Иванушкой не послушались. Пошли в лес и заблудились. Лес дремучий, и посреди леса печка стоит. А в печке пирогов набито, как селедок в бочке. Удивили сестрица Аленушка и братец Иванушка. А печка им страшно так говорит человечьим голосом. Поешьте, детки, моих пирожков. Иванушка обрадовался. А сестрица Аленушка шепчет ему на ухо: не кушай пирожков, ну, мало ли что. Не послушался ее братец Иванушка и все пирожки умял, ну и начал ныть. Пить хочу я, пить хочу. Я так и знала, подумала Аленушка. А братец, как назло, еще и икать начал. Тут вдруг бац, и молочная река, кисельные берега. Ладно, не ной, говорит сестрица Аленушка. Погоди, сейчас я тебе кисельку с молочком дам. А Иванушка невоспитанный, слушать ничего не желает, по траве катается и визжит. Не хочу я годить, я сейчас вот из козленкового копытца напьюсь водицы. Ну что за балбес такой, он же знал, что из лужи пить нельзя. Ну там же микробы. Все равно ведь не послушался. На четвереньки встал, язык высунул, за правду пить собрался. А Аленушка как на беду в кисельных берегах завязла, кричит ему: не пей, Иванушка, козленочком станешь. Братик же на нее внимания не обращает, знай себе, прихлебывает. Какие в той воде микробы были, я уж не знаю. Только Иванушка сразу шерсти весь оброс. А тут вдруг и лесная яблонька ему ласково так говорит: а попробуй-ка, Иванушка, моих яблочек. Иванушка попробовал, и у него на голове рога выросли, а на ногах копыта. Стал он прям как живой козленок. О как! В ту пору пролетали мимо гуси-лебеди. Услыхали, что кто-то под яблоней громко чавкает, а там козлик яблочки лопает. И так ловко их упрятывает, что даже огрызков не остается. Удивились гуси-лебеди и решили козлика бабе-яге показать. Налетели и утащили Иванушку в избушку на курьих ножках. И козленочек, главное, прям так бабе-яге понравился. Такой гладенький, такой миленький, такой жирненький, что захотела бабушка скушать козлика. Топит печку, а сама напевает. Жил-был у бабушки серенький козлик, остались от козлика рожки да ножки. Испугался козленочек, завлил на весь лес. Горят костры высокие, кипят котлы чугунные, точат ножи булатные, хотят меня зарезать! И бросился со всех ног к тому месту, ну, где его сестра из киселя вылезала. Бабьяга хвать, а козлик-то убег. Послала она тогда этих гусей-лебедей погонить. Аленушка на силу из киселя выбралась, подхватила на руки братца, а куда спрятаться не знает, растерялась и заплакала. Тогда печке стыдно стало, то она накормила Ванюшу пирогами такими. И спрятала она бедненьких деток, а гуси-лебеди мимо пролетели. Долго потом еще сестрица Аленушка в лесу плутала. Но Ванечка-козленок ее все-таки по запаху к дому вывел. А там уже и матушка с батюшкой у них с ярмарки воротились. Потом долго по докторам Ванечку возили, уколы ему делали, пока он опять человеком не стал. Так что лучше никакой еды,
в незнакомых местах не пробуйте. И воду сырую не пейте, только кипяченую. Ну, мало ли что, станете козленочком, а доктора не помогут.